Но она не аромачкает. Она не как у тебя, долбоёб, вот здесь в нос. Бля, ты иду, смотри, сейчас сигаретами воняет. Да, тобой. Ну, мужчинский запах у тебя машин. На следующем поэтому. Знаешь, что он делает? Он покупает три ёлки и вот так, и вот так. Занюхивает, блядь. Иди нахуй, блядь. Ебать сигаретами воняет, того рот ебал. Ты понимаешь, ты выходишь из машины, от тебя не духами воняет, а вонючками с этими. Тормоз искал? Да. Ебать, расстрел сзади, бля, я в ахуе. Ра-та-та-та-та-та. Ой, ебас. Ой, блядь. Это красиво, блядь. Бля, вот так сейчас. Вот он пошел. Ой, блядь. Ебать, что происходит, нахуй? Здорово, я скоро, нахуй, блядь. Эту машину в полицию подадут. Ухачись, я умел бы тобой. Блядь, да, ты ебал. Чуть позвонок свой не оставил здесь, блядь. Лёв, слышишь, такие подъемы, спуски прикольные. Блядь, да нахуй. Твои с трудом расправа. Чтоб дети рождались автолюбителями, здесь надо дать. Представляешь, какой-то ребенок только родился и слышит этот звук, и с детством становится BMW-шником. Прикинь, брат. Ты его ставишь на путь. Наркоманером. Я шока поставил же BMW. BMW, брат. Тозу ему. BMW, брат. Тоза, брат. Да, да. Всегда ходишь. Я сейчас еду. Да, уже? Немало. Я тебе о чем и говорил же, брат. Это всегда так. А это... ты сидишь, наверное, трусы кидаешь. Человеческая сущность, брат. Человеческая сущность. Это человеку BMW всегда мало. Брат, BMW-шника сущность. Кончен. Почему я на Егор ездил? Не хотел. Потому что потенциал тюнинга, брат, не было. А здесь есть. Здесь есть, хочется, блядь. Ты хочешь сил, больше. Потом еще 300 сил, блядь, сделать. Нахуй оно нам надо? Объясняю, пацаны, сейчас расскажу. Смотрите, я машину прошил. Там же приложение на телефоне. Вот. И в этом приложении можешь выбрать, типа, сколько секунд у тебя будут отстрелы, какая у тебя трасса выхлопная. Вот я выбрал aftermarket, понял? А там нужно cut-off выбрать, понял? Да. А это cut-off ее нету, понял? Там почему-то. И вот это, да, и с этим надо разбираться. И чек сейчас вылез из-за того, что у меня он ищет каты. Да. А катов же здесь нет. Но до этого была прошита на бескат, правильно? Да, не-не, когда прошиваешь заново, та старая прошивка нахуй слетает. Ну, короче, я сейчас по-другому сделаю. Я сейчас
куплю себе флешку, вставлю ее, подключу с телефона. Поставишь катров? Не, я вообще обнулю нахуй, в сток вернусь и заново прошусь. Но уже... Правильно, с катов. Правильно, с катами совсем, с катовками. Да. Прострелы же. Прострелы сделаю медиум, да. Скриптонит, Ламаджо, Моргенштерн, Амиран. Все здесь. Миша Метелки. Метелки тоже. Короче, я Рошану сказал, типа, если у тебя жопа есть, пойдем в фифу сейчас сыграем. Он, конечно, говорит, нет, ты типа сильный, я очканул, бля. Ну, раз сказать, я фифу очень сильный, бля. Да, брат. Ездишь так же, как фифу играешь. Блядь, не села, брат, надо как садиться же рука. Ну, штрафную надо было, брат, мы же сегодня не садились. Делаешь? Блядь. Ну, заебал меня, блядь, лапой. Долбоеб ты. О! Бля, ебать, пацаны, в кого попало? Бля, охуеть, ебать, кишки ушли, брат! Ебать, кишки ушли! Охуеть! Я ебал ваши американские горки! А где они сейчас? Ебать, кайф какой был, брат! Вообще круг дадим по правилам? Бля, давай по-братски, ради круг еще дадим. Там же? Да, да, вон там, блядь! Вау, ебать, кишки ушли! Охуенно! Мачан, блядь, ебать, уносит нахуй! Ебать, 21! Блядь, я тебе говорю, у меня кишки сейчас ушли нахуй! Бля, брат, когда ты сам за рулем, ты не чувствуешь? Я вообще не чувствую. Вообще не чувствуешь, брат. У меня по ощущениям, знаешь, как я как будто... Короче, брат, ты смотри, я тебе одну вещь. Как будто я на турбо-джиге. Ты привык ехать там 3, 2, 3, 3, 4. Брат, эти 0,2, 0,3 так не чувствуются себе, понял? Потому что ты за это все знаешь. Я привык, у меня, бро, машина едет 0,100, брат, 19 секунд. Здесь дальше. Смотри, брат, я хочу знать, что он просто... С первой, да? Ебать, стук тебе так, блядь. Что там сделал? Брат, ты хуёво переключил. Нет. Иди нахуй, блядь. Нет, брат. Умоляю, брат. Коробка. Блядь, по-братски. Блядь, что ты делаешь, брат? Брат, по-братски. На 6,5, 7 нахуй. Брат, ты сейчас газ пол дал, и у тебя стоит секвенталка, брат. Нахуй ты кидаешь ВС, блядь. Она сама не переключит. А вот на 63-м переключает. Да, и сама передача скидывает. Брат, нет, не переключит она, брат. Ты должен сам это все делать. А нахуй ты каждый раз вот так делаешь? Вот, брат, описано один, блядь. А нахуй надо так понтовей, блядь. Как понтовей? Ну я раньше вот так просто делал. Бам. Ну. Дал. Бля, брат, очень хорошо. Блядь, мне нельзя такую машину. Нахуй она нужна, блядь. Иди потом, блядь, единственное, сын в семье, блядь. Вот так надо. Брат, скинь, умоляю, что ты делаешь? Она сама скидывает, зачем? Брат, вредно так нельзя, брат. Не вредно, брат. Она не скинет. Она, брат, она не скинет с первой на вторую. Не спорь, блядь, со мной. С первой на вторую? Типа наверх? А со второй на первую же кидает? Ну, конечно, кинет уже. Мама выебал коробки, да, понятно. Представь, видишь, она на второй сама едет. Правильно? Да, потому что ты поставил в Т сейчас. Т написано. Ну, это то же самое, похуй. Брат, не жалей, заебал, у тебя М5, блядь. Что ты не жалеть, брат, блядь, ты в отсечку долбишь машину. Похуй, блядь, BMW, брат. Так себе, где твоя отель? Бля, почему так вот есть камера? Вот твой режим, это вот этот таксист, все, так едет. Вот так лучше едет. Ооо! Хоть раз покажи мне, бледина ебаная в чате, которая вот сейчас пишет, что у меня за 4 месяца хоть раз машина была на СТО. Ни разу не было, давай честно. Ни разу, брат. Она поехала в Россию, блядь, ебашила. Приехала, блядь, в Грузию, ебашила, ебашит и ебашит по сей день, и ни разу не была на СТО. А если честь когда? Вот это тоже вопрос такой, своевременный. Ни разу, кстати, пацаны, не была на СТО, реально. Бля, брат, ты сейчас... А, так, пацаны... Я сейчас желудок... Ты что-то ел? Не, только вот это утром тоже хавали. И мороженое. Желудок сам себя съест, нахуй. Мороженое? Ни хера себе. Было, колеса менял. Да, сломалось, колеса менял. Диски. Менял, колеса ломаные было. Как ты мануал кидал, в отсечку долбишь и ждешь, пока переключи. А нахуй ты в мануал кидал? Бля, знаешь как, брат, я тебе сейчас объясню.
она с трех, понял? У меня вот привычка, брат, медленно хуже крутится, понял? Не, брат, здесь газ жмешь, она едет. Да, она очень быстро прокрутилась, я не ожидал, понял? Я типа дал, знаешь, у человека мышечная память. Ну типа я знаю, когда моя переключает, понял? Я не смотрю просто на своей. Смешно просто с того, как ты кинул манал и ждешь, пока она переключится. Я переключил просто поздно, брат. Нет. Да, посмотри. Я нажал. Нет. Я нажал, ты что, тупой? Я переключил же, брат. А, да, это я, я говорю, брат, у тебя она просто крутится как-то. Вот я знаю свою, когда понял, надо крутить, блядь. У меня уже по звуку даже понимаю. Стой, да я чуть не умер. Да сиди, брат. Вещи барем тоже возьму. Да сиди, говорю. Фу, короче, чуть не умер, брат. Чуть второй позвонок не вылетел у меня. Грыжа, блядь. Я знаю, что я гонщик, братан. Вы просто не привыкли, блядь, к такой езде, нахуй, мужчинской, блядь. Ну, блядь, выходили, булки, блядь, нахуй, наши. О, блядь, ой, блядь, переключайте, блядь, в шести. Ой, подожди, пусть она, блядь, прохладится. Маму ебешь машины, потом продаешь с кайфом. И дальше покупаешь машину, и дальше ее ебешь. Не похуй.